Ежегодно каждое в последнее воскресенье апреля с 1963 года отмечается Всемирный день породненных городов. Праздничная дата была утверждена с целью пропаганды идей побратимского движения во всем мире. Накануне в праздник всех братских городов прошло открытие выставки «Якутск приветствует друзей». Наша съемочная группа не могла пропустить это событие. «Якутск приветствует друзей». По таким названиям в Национальном художественном музее открылась фотовыставка. Мероприятие приурочено к празднованию Всемирного дня породненных городов. Сегодня, когда в мире такая непростая экономическая обстановка, политическая обстановка, именно побратимские связи между городами Российской Федерации и зарубежными городами позволяют именно сохранить, наверное, мир, ведь понимание мира зависит от понимания каждого человека. Движение городов-побратимов стихийно возникло в годы Второй мировой войны. Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами-союзниками по антигитлеровской коалиции было подписано еще в 1942 году между Сталинградом и английским Ковентри. В настоящее время город Якутск имеет и поддерживает побратимские связи с 8 зарубежными и 1 российским городами. Основная цель выставки, которая сегодня открывается под названием «Якутск приветствует друзей», это пропаганда идей побратимского движения среди нашего населения, среди гостей нашего города. Более 60 фотоснимков, собранных из разных стран, демонстрируют историю побратимских связей города Якутска, их современное состояние, а также знакомят якутян с элементами культуры и истории разных народов. Интересно, можно посмотреть, много чего нового узнать. Первый раз вижу, что вот мы, оказывается, с Древней Олимпией, с Греческой Республикой, оказывается, побратимы. Выставка мне очень понравилась, потому что здесь вся история, как бы, да, установления побратимских связей с такими городами, как вот Фербенск, Харбин, Хэйхэ, что очень интересно. Оказывается, очень много побратимов у Якутска, в городов, в разных странах. Очень интересно. Если мы не будем дружить, закроемся в себе, ну кто про нас знает? Может, вы крестиком хорошо вышиваете, на пианино играете, об этом мы же не знаем, правильно? А вот если это покажете, мы должны себя показать во всей красе. Екатерина Карпухина, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.